Всем привет! Сегодня я покажу вам, как менять салонный фильтр в Lexus IS 350. Фильтр находится на пассажирском сиденье в бардачке. Перед тем, как высовывать фильтр, убедитесь в том, что у вас нажата кнопка рециркуляции салона. Сначала надо открыть бардачок. Здесь мы видим полочку. Чтобы полочку снять, надо поднять сначала эту сторону наверх и потом вытащить ее сбоку. Дальше вам надо высунуть вот эту перегородку. Отгибаете чуть-чуть, поднимаете наверх и высовывается. Ну все. Чтобы высунуть фильтр, надо его отщелкнуть. Тут одна защелка, тут вторая. Для этого надо две руки или вот так по чуть-чуть берете посерединке и высовываете его. Теперь нам нужно высунуть фильтр с рамочки. Мы его отгибаем аккуратненько, высовываем. Вот наш старый фильтр. Вот чуть-чуть грязный. Берем новый фильтр. Фирма и все остальное зависит от цены и что вы предпочитаете больше. Здесь нам нужно, чтобы airflow было вниз. Теперь мы вставляем его обратно в рамочку. Этот фильтр с поролончиками по бокам, он более плотный. Убедитесь, что все плотненько, чтобы не просачивалась грязь и пыль. Теперь нам надо всунуть обратно. Вот написано, какая сторона должна быть наверх. Защелочки должны быть спереди. Аккуратненько всовываем до конца. Теперь нажимаем вниз. Все. Фильтр на месте. Ставим перегородку, ставим ее, вот эти пасики должны зайти сверху сначала, и нажать вниз. Полочку сначала вставляем вот эти две дырочки и нажимаем, а теперь вставляем внизу и нажимаем. Все, ваш фильтр поменен.